Эмисская врачебная амбулатория Амгинского района получила ключи от нового автомобиля благодаря нацпроекту здравоохранения. Новый транспорт предназначен для транспортировки больных и доставки анализов в лабораторию в центр района. Населенный пункт Эмисы располагается у республиканской автодороги Амга-Нижний Бестяк, где в летнее время поток транспорта очень большой. Поэтому наличие автомобиля медслужбы актуально. На сегодняшний день автопарк Амгинской районной больницы обновлен на 80%. На днях пришел новый автомобиль, он уже прошел техосмотр, встал на учет ГИБДД, получил государственные номера и заступил на службу в Эмисскую врачебную амбулаторию. В этом году, в начале года, мы приобрели автотранспорт класса в селе Эмисы по программе модернизации здравоохранения первичного звена. Национальный проект здравоохранения, инициированный президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Ну, за 4 года мы оснастились, автопарк оснастился, у нас порядка 80% обновился автопарк. И остается у нас сейчас в данное время село Амгино-Нахаринское село.